Большой квадрокоптер, увидев этот самолет на взлетно-посадочной полосе, комментирует оператор. Поспорить трудно, только оторвавшись от земли можно понять, действительно летим. Это двухместный отечественный самолет «Сигма». 200 км в час – его предел. Аппарат для удовольствия, хрипит в наушниках Александр Анисимов. Но эта «Сигма» уже участвовала и в поиске людей, и в патрулировании паводка. Для нужд МЧС отличный вариант, объясняет пилот. Взлететь и сесть может почти где угодно. Летает на оптимальной для таких операций высоте. Ест 95-й, около 10 литров на сотню. Это лишь один из возможных сценариев использования малой авиации. У нас сейчас выделяются немалые деньги из бюджета Российской Федерации на санавиацию. Да? То есть если мы в труднодоступных районах, а у нас таких районов достаточно много, это возьми Усть-Ишим, Тару, достаточно трудно Муромцево, Большеречье, то есть труднодосягаемые районы. Для того, чтобы доставить человека в тяжелом состоянии, скажем, из Тары на автомобиле займет ориентировочно 4, примерно 5 часов. Если мы говорим про санавиацию, то в случае возникновения такой заявки мы человека сможем примерно за 2,5 часа, он будет уже в Омске. Ми-8. Именно такой вертолет используют для доставки тяжелых пациентов из отдаленных районов. Один полетный час обходится бюджету в 150-200 тысяч рублей. Ан-2 съест в 4 раза меньше. Но для самолетов нужны посадочные площадки в регионе. На севере области, уверяет Александр, посадочных полос вообще нет. И речь не о строительстве аэродромов. Небольшой участок в поле, как этот, который мужчина приобрел год назад. И за это время уже 4 проверки. Наличие воздушных судов теперь ставит под сомнение использование земли. Требуют перевести ее в земли транспорта. А это совсем другие налоги. И вообще к налогообложению малой авиации в Омской области у пилота есть вопросы. У нас в Омском регионе сейчас одни из самых высоких налогов на авиацию общего значения, вообще на авиацию в целом. 100 рублей с лошадиной силы, когда, например, в соседнем регионе, тоже сам Новосибирск, у нас сейчас 25 рублей за лошадиную силу. Что, конечно же, отражается на карманах владельцев воздушных судов, да, и авиации общего значения в целом. В Омске у нас больше 50 бортов сейчас, если что, зарегистрировано в Омской области, частных бортов имеется в виду. Авиационное сообщение в Омске депутат законодательного собрания Валерий Кокорин в целом считает проблемным. Ведь во многие города страны можно добраться только через Москву. А жителям отдаленных районов области даже в Омск добраться трудно. Далеко, да и дороги убитые. В советское время, вспоминает Валерий Михайлович, по области летали Ан-2. И такое авиасообщение вернуть вполне реально. Люди, занимающиеся малой авиацией, есть. Нужна поддержка правительства. Привести налогообложение этой малой авиации, ну, к какому-то среднему показателю по России, потому что у нас налог вот на эти маленькие суда воздушные, он зашкаливает. Он практически запретительный. Поэтому вот это надо рассматривать. И второе, это муниципалитетам помочь им, а может быть и отдаленным каким-то селам, самим вот эту вот посадочную площадку, она небольшая, не требует больших там технологических каких-то применений для ее строительства. Может быть, ее содержать в виде, вот, если это сельскохозяйственная земля, то в виде луга для выпаса. Да, это же не так часто будут летать эти самолеты. К тому же малая авиация позволит развить туризм в Омской области, строит планы пилот. Лететь на маленьком самолете и удобно, и выгодно. Этим летом с семьей в Крым Александр отправился на своей «Цесне». И хорошо сэкономил на перелете. Следующим летом планируют лететь на Алтай. Теперь уже с аэродрома Поповка имени Летова. Денис Сонос, Андрей Кузьмин, Антенна 7.